Привет, друзья! Это исследователь. Обзор на макароны. Аида Меци Гомити премиум, классика итальяне. Из твердых сортов. Здесь вот нарисована рыба, как я понимаю. Сук рыбы. Вроде не особо рыбу едят макаронами. Ну, конечно, не просто макароны я хотел вам показать, а как все херово организовано. Потому что проблемы у нас с едой совсем. Все развалено в жопу. Здесь, во-первых, видите, люди постарались. Сделали упаковочку, картоночку такую. Обычно так не делают. И стоит она 60-70 рублей. Ну, со скидкой была за 30. То есть, ну, настоящая скидка, не лживая была. Сейчас уже сделали обычную цену. Макароны неплохие по вкусу. На четверочку я бы ценил. Премиум, естественно, я бы не назвал. Но люди вот эту картонную коробочку, упаковку зря делали. Ну что, на 60-70 рублей слишком дорого. За 30 рублей можно купить. Потом вес 450 грамм. Ненормально. Вот эти веса, которые они все время уменьшают. 500 грамм должно быть. Потом, видите, надписи на иностранных языках, в нормальных странах нет вот этой чуши. Если производителю нужно куда-то продать, пускай прикладывают бумажку. А здесь, видите, вы ищете. Ой, что, где, я не понимаю. Ой, вот да, по-русски. И получаются буквки очень маленькие. Большинство людей просто не могут это прочитать. Дата изготовления. Где, кстати, дата изготовления? Вот изготовитель. Видите. Орск. Орская макаронная фабрика. Так, ага, вот дата. Первая единица. Ничего не понимаю. А, Орск. Улица Дорожная. Почему адрес два раза один и тот же? Улица Дорожная, дом 4. С единицей и с двоечкой. А, типа разные О, какое-то мошенничество, что ли? Ясно. Вот такие вот вещи. Купил я как бы подешевле. Действительно, она стоила 60-30 рублей, но обычные макароны на самом деле. И видите, они как бы в обычную пшеницу использовали, а поклоняются итальянцам, что вот, ну, чтобы люди попались, видите, на бумажечку надпись итальяне, а потом еще говорят какой-то самобытности. Конечно, ничего нормально не будет. Ну все, пока, ребята, слава мне, исследователю.